Приветствую вас на канале «Современные родители». Продолжим говорить о прогулочных колясках. Вашему вниманию представлю главные характеристики и комплектацию модели Happy Baby Ultima V3 книжка, а также расскажу о том, что говорят владельцы такой коляски. В описании оставлю подборку ссылок на актуальные цены. Если хотите быть в курсе и не пропустить следующий обзор, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Итак, поехали! Прогулочная коляска – идеальное решение для города. Модель изготовлена из металла с элементами из пластмассы и текстильных материалов. Трехколесная конструкция обеспечивает повышенную проходимость и маневренность. Сдвоенное амортизированное переднее колесо с возможностью переключения режима, фиксированный или поворотный, дарит комфорт управления. Облегченная конструкция позволяет сложить коляску одной рукой. Большой капюшон до бампера защитит малыша от ветра или солнечных лучей, а смотровое окошко на магнитах позволит ему всегда быть в поле зрения мамы. Бампер из высококачественной эко-кожи расположен на оптимальной высоте, а пятиточечные ремни безопасности и отстегивающийся разделитель для ног гарантируют особую безопасность во время движения. Коляска выполнена из качественных материалов, имеет теплый чехол на ножке и комплектуется дождевиком и москитной сеткой. Владельцы такой коляски выделяют как положительные, так и отрицательные стороны. Сначала расскажу о минусах. Слабый и необслуживаемый механизм тормоза. Запах пластика очень сильный, особенно от дождевика. Спинка поднимается ремешком, не очень удобно. Чехол на ноги на липучках, нет сумки. Теперь перейдем к плюсам. Краска хорошая, царапины не остаются. Занимает мало места в багажнике и удобно складывается одной рукой. Ткань отстирывается без проблем гелем для стирки. Очень практичная сборка. Хорошие прорезиненные колеса, проходимость отличная. Большой капор. Будьте в курсе, не пропускайте новые обзоры, включайте колокольчик и подписывайтесь на канал. Впереди много интересного. Не забывайте ставить лайки и комментировать видео. До скорой встречи на канале «Современные родители».